С вами маг и чародей Антон Чалеев. Кто бы мог подумать, что на свете есть более странная игра, чем игра про козла в космосе. Это симулятор козла-зомби. В офис компании, которая создавала игру, в этот раз подвезли, наверное, очень и очень большую партию марихуаны. Ну и мы стартуем. Представьте, самое интересное, что в этой игре можно выбирать своему козлу скины. Я когда нажал вот на это, я просто охренел. Смотрите, кто мы. Вы видите? Это такой веселый козел-привидение. Он умеет делать так просто нереально. Давайте посмотрим еще какой-нибудь скин. Мы еще не начали саму игру, но мы уже реально упарываемся. Скин микроволновка, представьте себе. Ой, я стал невидимым. Тут столько багов в этой игре, но это сделано авторами специально. Давайте скин дольше спагетти, посмотрим, что это. Дельфин мафиози. Мы дельфин на инвалидной коляске, который может делать вот так вот. А самое интересное, его мега-гиперспособность — это выдвигать свою коляску. Я просто не знаю, до каких пределов можно тут сделать его выше. Двигаемся. Оп. Аккуратненько. Я просто повалился в текстуры. Давайте посмотрим еще скины. Magician. Меня сразу заинтересовало фокусник. Что это такое? Козел-зомби-фокусник. Станцуем. Ай, козел, капец. Это просто дико. И вот этот вот скин я просто вам должен показать. Ничего не предвещает беды. Мы просто козлины, у которой такие красивые очень башмачки. И знаете, что самое интересное? Какая у нее есть способность? Рождать чихуахуа. Да ладно. Просто нереально. Ну ладно, выберем обычный скин. Наша задача — инфицировать как можно больше людей. О, чувак, чувака понесло. Все, он стал зомби. Кстати, если заразить пришельца, он станет пришельцем-зомби. Козел-зомби, НЛО, фокусники. О, смотрите, что тут творится. Опять какой-то митинг против пришельцев, что ли? Дайте мы его заразим. Все, заразили. И что это начинается? Я начал своими руками какой-то апокалипсис. Какой-то дикий апокалипсис. Почему тут слон? А, все, НЛО уничтожает город. Это романтическое свидание было. Не надо было, наверное, их заражать зомби-вирусом. Так, подождите, это, походу, какая-то ерунда, как, типа, крафтить можно? Можно создавать что-то? Блин, у нас нет нужных ингредиентов. Ну, давайте пойдем дальше. Кто-то приземлился. Посмотрим, что внутри. О, внутри как раз та колба, которая нам нужна. Берем вот эту вот ерунду. Берем вот эту клевую штуку. И несем сюда. Нифига! У нас получилась какая-то просто бешеная пушка. Что она делает с зомби? Убиваем следующего зомби. Растик. Зомби. О, блин. Почему у нас отвалилась эта клевая пушка? Давайте херячить. Фигачить мне. А, я могу есть мозги, представьте себе. Оу, оу. Тут есть еще одна клевая штука. Мы пошли побить зомби. Тех тебе. Козел. Козел, как мы, зомби. Он тоже разбегается и нас бодает. Вот говнюк какой. Что это такое? Что вот это? Что это такое? Это слоны-зомби с игрушечными машинками на спине? Давайте запрыгнем. Запрыгнем в еще одну пушку. И мы стартуем! Какой-то клевый аквапарк. Смотрите, тут даже они снимают какие-то телепередачи. Нам нужно влезть в кадр. А, это Summer Games. Это тут снимает какое-то телешоу. Надо что-то прыгнуть, перевернуться. Тут есть вышки. Ух ты. Ух ты, что там будет? Подождите, что-то можно сделать? Ой-ой-ой, я скатился. Я скатился, блин, я хотел на ту клевую горку. Но это тоже вроде ничего. Побежали. Побежали, быстрее, быстрее. Козел, быстрее, прыгнем на ту клевую горку. Оп. Опа. Там какая-то висит пирамида. Попрем на пирамиду. Оп. О, парень. Парень, ты что делаешь? Почему ты без трусов? Там везде зомби, они тебя откусят пипиську. Стыд и срам, короче, этому чуваку. Так, мы двигаемся на какой-то треугольник. А, треугольник — это просто башня, она просто не была до конца прорисована. Мы тут родились и тут эпично закончим. В эту игру просто можно вечно играть, особенно с разными скинами. Все-таки это козел-зомби, и он умеет ползать по стенам. Будем прятаться от зомби. Да, тут все отлично видно.
Тут просто все очень нереально, особенно слоны, которые бьют огнем с хобота, да еще и у них игрушечные машинки на спине, и там ими управляют зомби, а еще эти пришельцы, это просто... Ваши комментарии из прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд. Выше там геймблог, там игры, ниже это Magic Vlog, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят сейчас больше, чем 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадут сюда. Всем пока!